2016 год был непростым, в том числе и для бизнеса. Однако предприниматели поселка Айхала не только подтвердили свою состоятельность, но и увеличили количество услуг, предоставляемых населению. Открылся новый торговый центр и расширилась сфера общественного питания. Подробности в материале моих мирнинских коллег. Почувствовать себя жителем мегаполиса и попробовать десерты разных народов мира теперь можно, не выезжая из Айхала. Французские суфле и профитроли, американский чизкейк и бразильские сырные булочки. В недавно открывшейся кофейне широкий выбор сладостей и напитков. Можно купить на вынос, а можно попробовать и здесь. С начала открытия наше кафе завоевало огромную популярность в нашем поселке. К нам ходят как взрослые, так и дети. В нашей кофейне очень много наименований разной продукции, причем она вся эксклюзивная. В нашем поселке такого не найдешь. Я думаю, такие кафе нужны в нашем поселке. Здесь очень вкусно готовят. Мне нравится сюда ходить. Несомненно, нравится детям и взрослым и в другом семейном кафе, которое торжественно открылось под занавес уходящего года. Здесь можно уютно посидеть даже с малышами. Для них организована игровая зона. Я считаю, что это очень приятное такое вот заведение, где можно отдохнуть всей семьей, с детишками. Вот на сегодняшний день у нас у племянника день рождения, и совпало. Вот дети отдыхают, радуются. Кафе для семейного и детского отдыха расширили сферу общественного питания, и у жителей появилось больше возможностей для культурного отдыха. Влияние малого бизнеса на развитие таких моногородов и поселков, как Айхал, для людей гораздо заметнее и ощутимее, чем в крупных населенных пунктах центральных регионов страны. Поэтому на уровне местного самоуправления работают программы по созданию благоприятных условий для бизнеса. Администрация поселка поддерживает социально значимые проекты, особенно те, которые очень сейчас для нас актуальны и востребованы. Так, для организации «Семейное кафе» предоставлена льгота по арендным платежам в 2016 году. А организатор кондитерской лавки – это молодой начинающий предприниматель, является конкурсантом на соискание гранта в размере 300 тысяч рублей для начинающих собственное дело. Сегодня свою деятельность в Айхале осуществляют около 300 предпринимателей. Благодаря их деятельности в поселке появляются новые места для отдыха, расширяется спектр услуг для населения. Все это улучшает качество жизни айхальцев и позволяет не так остро чувствовать удаленность от больших городов. Светлана Угрюмова, Александр Домонтович, медиакомпания «Алмазный край».